Шаббат шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Бо. Но прежде чем мы начнем наш разговор, хочу напомнить, что в нашей религии есть традиция задавать вопросы. Эти вопросы порой настолько глубокие и сложные, что кажется, будто они подрывают основу самой веры. Неужели судья всей земли не будет справедлив, спрашивает наш праотец Авраам. Почему, Господь, причинил ты этим людям неприятности, спрашивает наш учитель Моше. Почему путь верующего так тернист, а неверующего легок, спрашивает Иеремия. Книга Иова в большей мере состоит из вопросов, а ответы Бога, состоящие из четырех глав, приносят еще более глубокий вопрос. Где были вы, когда я основал землю? Можете ли вы поймать Левиафана на крючок? Заключит ли с вами соглашение и позволит вам принять себя в качестве раба на всю жизнь? Известно, дорогие друзья, для того, чтобы получить ответ, важно умение задавать хороший, правильный вопрос. Теперь начнем. В нашей недельной главе Бо Вайди рассказывается о последних трех наказаниях, постигших Египет. Нашествие саранчи, тьме, смерти первенцев. Теперь выстроим наши хорошие вопросы, чтобы понять сущность или суть нашей главы. Почему Всевышний покарал Египет именно десятью казнями? Может быть, достаточно было бы трех или даже одной? Почему именно этими казнями был наказан Египет, а не другими? И почему в такой последовательности? Почему казни начались с превращения воды Нила в кровь и закончились смертью первенцев? По-моему, дорогие друзья, хорошие вопросы. Давайте попробуем разобраться и найти ответы. Как вы все знаете, что человеку с больными глазами дают лекарства или капли против болезни глаз. Если у него к тому же непорядок с ушами, ему дают лекарства для ушей. Чем больше болезней, так сказать, тем больше лекарств. Иногда врачи вынуждены проводить неоднократно курс разнообразного лечения. Из этого мы можем сделать вывод, что то же самое приходится делать с людьми, больными духовно, и с людьми, которые неправильно воспринимают окружающий их мир. Египет, как вы знаете, состоял из 42 штатов. Единственное на тот момент государство такого типа. У каждого из них был свой идол, божок. Все видимое в природе принималось древними египтянами за видимый образ божества. Земля, небо, солнце, звезды, горы, вулканы, реки, ручьи, деревья – все это были их башки в виде кошки или в виде собаки или других животных. Египтянам было чуждо представление об едином Творце. И большинство из нашего народа, к сожалению, проживавшего там 210 лет, тоже стало служить им. Всех надо было, так сказать, лечить. Надо было привить им то, что есть Творец. Главным из идолов Египта, как вы знаете, был Нил. Они вели даже летоисчисление по разливу Нила. Поэтому первая из казней должна была им доказать, что есть Господин над всем, даже над Нилом. Как сказано в предыдущей главе, так сказал Бог, из этого узнаешь, что я Бог. Вот, я ударю посохом, что в моей руке по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. Это первый, так сказать, курс лечения или демонстрация того, что у мира есть Творец или Хозяин. Вторая казнь – второй свидетель, так как мы знаем, что только по двум свидетелям можно принять свидетельство. Аарон вторично проводит жезлом по Нилу, и огромное полчища лягушек наступают на дома египтян. Первый визит они наносят во дворец фараона, но колдуны фараона сумели повторить это явление. Они тоже вывели лягушек из реки и превратили воду в кровь. Так появилась необходимость в третьем наказании – нашествие вшей на людей и на скот. Сделать вшей колдунам не под силу, и они сами признают, что эти бедствия или это бедствие – перст Божий. Первый курс лечения успешно завершен.
Все убедились, что Творец существует. Следующий курс или этап восстановления в памяти людей, что жизнь и здоровье каждого человека и даже животного в руках Всевышнего. И вот выходят из леса дикие звери и нападают на египтян, но не на евреев. Следующий этап – болезнь скота, где среди египетского скота поголовный мор, а в еврейском скоте, так сказать, ничего не происходит, все остались живы. То же самое с язвами. Они появились даже у колдунов египетских, а у евреев нет. Потому и сказано об этой группе казней, нашествие диких зверей, эпидемия, скота, язвы, чтобы ты знал, что я Господь среди земли. То есть то, что я управляю не только планетами, но и судьбой всего живого на этой земле, и людей, и животных. Итак, второй курс успешно завершен. Дальше надо было показать, что миром правит один хозяин. Поэтому, когда Моше предупреждает фараона насчет предстоящего града, он говорит, чтобы ты знал, что нет подобного мне, то есть, что Бог един. И вот на Египет обрушивается град и огонь. Потом восточный ветер принес саранчу, а западный ветер унес ее по молитве Моше. И, наконец, Египет затмила тьма, и стало всем ясно, на земле, в небе и в море один правитель. Третий курс лечения успешно завершен. И вот приходит последнее предупреждение. Если не выпустишь евреев, умрут все первенцы в Египте. От первенца фараона и до первенца любого египтянина. Как известно, любой египетский начальник мог тогда явиться к любому еврею и потребовать, чтобы после изнурительного дня работы тот отправился на его поле, дальше сеять или окучивать, пасти скот и так далее. Командовал нашим народом, как правило, первенец хозяина. Возможно, поэтому и были наказаны именно первенцы. Когда же умер у царя первенец, фараон ночью прилетел к Моше и Аарону, умоляя их быстрее уходите. Так мы, немного, дорогие друзья, ответили на поставленные вопросы. На то, что мы, так сказать, задали. Но самое главное, что мы научились задавать хорошие вопросы. И этому надо обучать наших детей. Маймонид призывал учить детей и всех нас учиться пользоваться нашим активным интеллектом, задавая вопросы. Давайте, дорогие друзья, использовать эту возможность, что даровал нам Господь. Браха ва ацлаха. Много сил. Будьте здоровы. Задавайте много вопросов. Шаббат шалом. Ваш раввин Каплан.